Решение о проведении предварительного голосования приняли в ходе заседания Президиума регионального политического совета партии, которое провел глава области и секретарь регионального отделения «Единой России» Максим Егоров. Наша партия является единственной, где происходит процедура предварительного голосования. И вот сегодня мы даем старт по Тамбовской области. Там будут разные форматы, разные компании, но наши кандидаты уже с 8 марта могут регистрироваться на партийных сайтах для того, чтобы участвовать в этой процедуре. В сентябре в единый день голосования в нашей области пройдут выборы депутатов, советов муниципальных округов Тамбовской области, а также дополнительные выборы депутата Тамбовской городской думы. Предварительное голосование запланировано с 22 по 28 мая.